Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. 24 августа овны могут ощутить на себе сопротивление со стороны некоторых людей. Но зачем бороться? Будьте мудрее и отступите. Тельцы, хорошо бы вам посчитать семейный бюджет и обсудить с родными возможность совершения дорогостоящей покупки. Близнецы, не гонитесь за мнимой наживой. В рабочих делах вам лучше пока довольствоваться тем, что имеете. Раки, ваш ребенок не устает вас удивлять. Вот и сейчас вам будет приятно наблюдать за всеми его деяниями. Не исключено, что львы почувствуют неуверенность в собственных силах, но нужно собраться, потому что помощи в этот день ждать будет неоткуда. Девы, помните, что какая бы крепкой ни была любовь, она требует развития. Пора освежить чувства и добавить в отношения свежую волну нежности. Весам звезды советуют бороться с соблазнами. Если ситуация окажется сильнее вас, вы можете пострадать, в том числе и финансово. Скорпионы, общение на деловой почве может перерасти в стабильные дружеские отношения. И это не странно, общие интересы всегда сближают людей. Стрельцы, не принимайте близко к сердцу неудачи в работе. Усердие в конечном счете приведет вас к заветной цели. Козероги, если вам есть что сказать, почему бы и нет, говорите. В этот день ваши слова будут услышаны многими людьми. Водолеев ожидает напряженный день. Не пускайтесь в финансовые авантюры и не рискуйте своим здоровьем. Одиноким рыбам судьба может подарить любовное приключение, а все потому, что понравившийся вам человек обратит на вас свое внимание. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.